И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Андрей, и сегодня снова я играю в Brawl Stars. И как вы уже знаете, через 2 часа будет новый Brawl Pass, да, ребята, новый Brawl Pass. Я вот только проснулся, если честно, я уже думал, он уже вышел, 7 сезон, но нет, так еще не вышел. Вот, сегодня мы будем подводить итоги на наш Brawl Pass, который мы проходили. Вот, так что давайте начнем с самого начала. Смотрите, я открыл себе скин на кольта, вот это, Gunpowder Colt. Да, он у меня есть. Открыл мега ящик. Потом я дошел до 10 уровня, открыл набор значков. Потом уже Белль себе открыл. Вот. А потом Белль Гоукхэм. Да, это, ну и все остальное, то, что там было. Значки, ну там значков больше, ящиков там, золота, гемов, ну гемов очень много. В принципе, ребята, как-то вот так. В принципе, давайте мы будем подводить итоги за это Brawl Pass. Он вышел, я не знаю, мне было где-то 20 бойцов или 30 где-то чем-то. Было, наверное, 30, потому что у меня еще 40 бойцов, но я уже в том сезоне, наверное, уже Легу выиграл. Ну, вряд ли я Легу выиграю, наверное, какого-то, не знаю, мифика или еще что-то. Я пока думаю над Легой. Если уж убью Легу, то я вам все объясню. Вот, в принципе, это были итоги на наш Brawl Pass. Вот, нам успели подарить еще пару скинов, еще много всякого. Еще много интересных скинов, вот. Вот, короче, вот как-то вот так вот. Вот. Check out my guns! Там еще было много разных остальных, там самодельный вольт, на Би много скинов. So many specimens to discover! Ну, в принципе, ребят, как-то так, в принципе. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, это были итоги нашего Brawl Pass'а. Ну, в принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. С вами был Андрей, всем удачи и...